Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. И с вами Лариса. Сегодня речь пойдет об очень красивом томате и необычном. Называется он арктическая роза. Подходит для северных широт в том числе. Он уже зацветает при всем своем маленьком росте. Вот таком. Он очень компактный. Все подробности по пересадке покажу в Инстаграм. Кому интересно, заходите. Ну, а теперь подробно. Итак, это маленький томат, поэтому буду выращивать его вот в таких вот горшках импровизированных. Это целлофановые пакеты, сделанные из очень недорогого материала. И тоже также в Инстаграме показала все подробно сейчас в сторис это. Как я делала, из чего я делала. Это на самом деле очень дешево, практически бесплатно. И очень надежно, потому что я уже много раз выращивала в таких горшках томаты и другие культуры, и перец. Теперь подробно немножко расскажу, из чего я сделала грунт. Итак, составила из почвы брикета, из обычной земли. Вот этот вот почвы брикет для наглядности, он уже заряжен микроэлементами. Добавила садовый диатомит. Вот такой вот классный от Эко-Киллер. Тоже показывала много раз в Инстаграме, где я его покупаю. Добавила перегноя. В общем, сделала очень-очень такую жирненькую землю. Полезную. Так, сейчас один горшочек пролью для наглядности, чтобы вместе с вами пересадить один хотя бы кустик томата. Полила. Сейчас он немножко напитается землей. А пока я покажу именно свою рассаду. Здесь несколько сортов, 4 разных видов. Уже рассада немножко начала страдать. У нас очень жарко в регионе, плюс 30. Но сегодня конкретно. Итак, я, знаете, вырезаю рассаду ножом. И она у меня не страдает. Потому как сажаю очень интересным способом, о котором очень много раз тоже и на канале рассказывала. Я его вот так вот брикетиком вырезала. И теперь хочу показать, насколько арктическая роза толстый и компактный помидор. При всем при этом он дает очень красивые розовые плоды, улепленные вокруг ствола. Максимальный рост будет взрослого куста 40 сантиметров, поэтому ему вполне достаточно вот такого 5-литрового, 8-литрового горшка. Когда мне нужно будет, например, если землю подсыпать, я вот так вот отогну и подсыплю. Буду заглублять буквально на сантиметр, потому как это очень компактные кустики. Вот такая вот корневая, отличная. Полила землю, заглубила. Утрамбовала. Все, готово. Этот томат будет расти в этом горшке. Уже буквально через 2 недели он начнет давать зеленую новую поросль. Сначала приживутся корни, потом будут развиваться уже кустики сами. Вот такая вот красота у меня будет. С такими ростками работать одно удовольствие. Буду в сентябре делиться семенами. Очень много у меня сортов экзотов. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь в Инстаграме. Самое интересное впереди. Ну, а сегодня пересажу быстренько сейчас вот такие вот крепыши. И буду заниматься другими делами. Уже зацветает. Томат называется «Арктическая роза». Карлик из карликов. Желаю всем удачи, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока!